Доброго вам времени суток. Сегодня у нас 1 мая 2024 года. И мы с вами идем от метро Электрозаводская в сторону Москва-реки, Яузы, в очень атмосферное место, сделанное в СССР. Это блошиный рынок. Только поставили. Сейчас будете сейчас созерцать на этом прекрасном экране. Да. Все. Итак, я вас приветствую на нашем сегодняшнем мероприятии. Мария, можно выключить? Ну, вы знаете, сегодня у нас праздник. У нас, вернее, два праздника. Сегодня 1 мая. И ровно два года назад, в это же время, наша площадка здесь открылась официально. То есть было много людей, было порядка 50 человек. Был у нас плов, были концерты, были у нас даже народный артист СССР. Назаров был Юрий Владимирович. К сожалению, сейчас, по-моему, он где-то там приболел. Мы пожелаем ему здоровья. Ну и как бы у нас сейчас присутствует еще сколько у нас там? 50 человек сейчас смотрят нашу, так сказать, наше мероприятие. Я думаю, сейчас прибавится еще, потому что анонсировали 12, и добавятся еще люди, которые будут тоже смотреть. Им тоже очень интересно. И я, пожалуй, начну. Итак, лот номер один. Это у нас молочник, фарфор, производство Барана. Ну, вы знаете, я объявлю правила. У нас шаг до 1000 рублей 50 рублей, после 1000 и так далее 100 рублей. Итак, вы можете сразу говорить какую-то сумму, за которую вы готовы приобрести, и не выше. Итак, Барановка, молочник. Из детства в Мирошин. 50 рублей не вижу. 50 рублей первый номер. 100 рублей. 100 рублей. 150 рублей. 150 рублей. Раз. 150 рублей. 200 рублей. 250 рублей. 250 рублей. Раз. 250 рублей. Два. 250 рублей. 300 рублей. 300 рублей – серьезная заявка. Армянская мафия в действии. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Продано четвертый номер. 300 рублей. Итак, лот номер два. Вот такая вот чудесная кружка, на которой написано на «Песе не облейся». Но это уже производство СССР. Это у нас кто? Чудо. Да? Вот, вы знаете, я их продал 300, но их тоже 300. Я никогда не пробовал, как из них пить, как не облиться. Вот кто-нибудь из вас знает, как это? Нет, кто-нибудь пробовал? Вот мы знаем, что есть такая кружка, да? Я не знаю, попробуем, как бы, налить ее воды и все. Нет. Давайте сейчас кто приобретет ее, потом... Раз.
Короче, ребята, кто не был с нами, я вам расскажу одну историю. Я участвовал в сервисе, и мы с моим приятелем прикрывали коньяк. Ну и понятно, после дозы определенной мы начали жестикулировать руками, я очень сильно его поднял вверх. Тут надо уставить, говорит, там, 30, и поймешь, что 30 лет. Сейчас есть вещи полезные, хотя она мне совершенно была не нужна, просто летать. Просто поэтому маши, пожалуйста. Видик. Электро. Калькулятор. Калькулятор, калькулятор. О, это что за видик? Понятный. HQ. HS. Дайтрон.
сейчас. Дикий снег, масонок пионеровский, пленка по 400, телек, какой-то интересный, нет, катушечный. Какие-то вещи, конечно, со временем ушли.